Так, всем привет, давно не снимали. Сегодня 1 мая, всех с праздником, трудящихся. Вот у нас основной вышел, трудящийся. За один день, нахуй. Так-то он в отдыхе был, нахуй. В глубоком отдыхе, да? Не в глубоком. Не в глубоком, да? Алис Вэг, да? Гейм овер. Недельку, да? Поболее, да? Гейм овер, говорит, был. Так, трактор, я не знаю, его снимал, не снимал, по-моему, есть там видео с ним. Бортовую сломали они два вала, перебирали, перебрали, все. И, говорит, что-то, блин, у нас не включается вилка эта, передний мост. Говорит, молотком надо бы стучать, чтобы включить и выключить его. Они, короче, постоянно ездили на включенном, что мы им сделали предупреждение. Не предупреждение, а... поставили в известность о том, что так ездить нельзя. И они стали заниматься этим. Крутили, вертели тягу. Говорит, эта тяга у нас была ослаблена. Но вчера, попробовав, как у них это все дело происходит, казалось, дело не в тяге. Ну, это, не знаю, известная болезнь. Почему они ее не знают, я не знаю. Этот, ну, тяга закисает там, ее надо было сверху облить. Отработкой, маслом, чем угодно, нахуй. И он будет нормально включать, выключать передний мост. В общем, сделали. Сейчас поеду, попробую привезти этих рулона. Вот этот увезу туда, наверное. А оттуда с огородов привезу пару рулонов сенажа, если получится. Там у нас такая боевая дорога. Так что смотрите, что у нас получится. Решили его попробовать обкатать. Так. Что, трогаем? Первый. Так, вот, вот так. Сейчас мы его выкинем. Он бывает этот, не то что бывает, а что сейчас тепло. Его перевозили, повредили. Он постоял недельку и закис. А у меня парнишки хрен забили на это, нахуй. И заквасили рулон. Сейчас я его плохо зацепил. По-другому перецеплю. Дисковая барана мешает. Да, хреновенько он сделан. Не обхватывают такие рулоны. На 1,50 метра сделаны захваты. Так что я хрен привезу, сейчас буду мучиться. Значит, попробую так выкинуть его здесь. И у нас еще вон не довключает. Это обычно история. Надо его как-то фиксировать.
мост, я имею в виду, что фиксировать. Так захваты большеватые, не этот. Не обхватывает он 1,20 на 1,20 полностью. 1,5-метровые. Вот так будем, блять, мучиться с ним нам. Дальше, чтобы он его в середину проткнул. Вот. Но он тяжелый, будет крутиться на. Хрен я привезу тот, наверное. Здесь ямина у нас серьезная. Такая вот дорожка. Так что плаваем. Блять, вот так. Сейчас мы его растащим по всей дороге, блять. Что не будет айс. Так, ну ладно, будем следующее покажу, тут одной рукой неудобно. Так, ну приноровился я вроде, посмотрим, как он упадет, не упадет. Про этими захватами брать рулон сенажа. Он тяжелый, конечно, дорога плохая. Но сейчас попробуем вывести. Здесь просто на огородах там 5 их рулонов. Я попробую, то есть получится, не получится, как это все будет дело выглядеть. На 82-м и вот так вот мы везем потихонечку на третий. Так, воды очень много. Сегодня я уже говорил, 1 мая. Праздник, но корма приходится возить. Ладно, сейчас посмотрим. Ну ладно, вот мы все привезли. Вот такие вот захваты на нем сделаны. Получается, вот этот диаметр большой, на 1,20 м, слишком далеко не приварен. Вот это вот расстояние. А так краями протыкает. Сейчас покажу. Ну, обычный рабочий трактор. Там без колхозным, скажем так. Не, конечно, не свой, а наемники. Трактористы работают у человека. Ну, он, блядь, крышу забыл закрыть. Жарко. Ну, вот он. То есть, получается, я не до конца прокалывал здесь и в середине. То есть, как бы его за середку, в середку рогами упирал и брал. Ну, ладно, вроде бы все. Вот такой вот. А, сейчас в другом видео покажу этот обзор, такую херню к нам прикалывал.